амнезия, да? Да уж, это самая лучшая защита. У вас есть право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. Зачем тут адвокат, когда я ничего не помню? В своих показаниях вы указали, что не чувствуете себя убийцей. Как трогательно. Но закон не опирается на чувства, вы ведь это понимаете? Он опирается на доказательства, которых у меня в избытке. Эмери, снимки, пожалуйста. Посмотрите на эту фотографию. Видите эту дырку на затылке? Откуда был сделан выстрел, как вы думаете? Из вот этого здания, вот здесь, видите? Как раз на прямой линии. А кто у нас здесь? Мне принести зеркало, или вы сами, наконец, признаетесь в убийстве? Агент Скотт на первой линии. Итак, где же это досье? Вы не поверите в это, полковник? Военное досье Стива Роланда пропало из Пентагона. Я не уверен, что ваш человек был убит на задании в Мексике 2 года назад. Да уж, его вдова удивится. Но прежде чем мы объявим о вашем воскрешении, капитан Рон... Что, черт возьми, происходит здесь? Эй! Не шевелись, я освобожу тебя от этих наручников. Рада видеть тебя опять, Стив. Послушай, Мангуст нашел тебя. Встретимся на крыше, только умоляю тебя, не стреляй в агентов ФБР. Хорошо? Это девочка из банка. Это нелепо! Постой! Они только что взорвали дверь или... А? Что? Они понимают, с кем они имеют дело!
собой! Они штурмуют здание! Что они хотят? Я не знаю, но у них есть РПГ! Thank you.
Это он! Мы нашли его! Наш парень. Быстрее. 110 Стриллинг Стрит. Ну вот мы опять встретились, но ты, похоже, меня не узнаешь. Поверить не могу, ты действительно потерял память. Кто вы? Я майор Джонс, первый помощник генерала Каррингтона. Тебе это ничего не говорит? Каррингтон пропал 3 дня назад. Он вел параллельное расследование покушения на президента Шеридана. Он единственный, кто может вытащить тебя из этого дерьма. Мы не можем оставаться здесь. Пошли через стену. Сюда. Я пойду первой.
замка от осведомителя. Он знает, где они держат Каррингтона. Он там, с женщиной! С другой стороны. Я прикрою тебя. Сегодня днем ФБР арестовало человека, который предположительно связан с убийством президента Шеридана. Следствие пока воздерживается от комментариев. Мы будем сообщать подробности по мере их поступления. Бриджит Куртис, РТ Ньюс. Следующей идет песня «Подмосковные вечера». Все чисто. Разбегись. Ужас? О чем ты говоришь? Это тебе не важно. Кроме того, все эти дуэли на Диком Западе полная чушь. Большинство споров решалось при помощи... Черт! Сзади!
Осторожно, снайпер! Нет времени наслаждаться видом. Пошли. Вот, получайте. Черт, я знала, что не должна была отпускать тебя на этот корабль одного. Джонс, ты слышишь меня? У меня есть информация. Понятно. Что там у тебя? Каррингтон был арестован генералом Стэндвиллом. Его содержат в Изумруде, в военной базе в Апалачских горах. Я пока не знаю, зачем Стэнгову нужно, чтобы Каррингтон был подальше от меня. Я говорю тебе, они там! Дай мне РПГ! Сюда, к вертолету! Он нам нужен! Добраться до посадочной площадки.
что она улетит из меня. На этой птичке далеко не улететь.